Приветствую зрители канала Игрофильмы, с вами Раш Налидзука, и мы продолжаем прохождение игры Бог Войны Восхождение. Итак, мы запустили электричество в башне, теперь мы сможем, видимо, пробраться ближе к Оракулу. Для этого нужно сдвинуть опять эти механизмы. Видимо, там что-то произойдет опять, что-то сдвинется, мост будет или что-то. Или змеи выстроят мост, я не знаю. Сейчас мы увидим. Опа, они все три задвигались сразу же. Круто. Сейчас что-то будет интересное. Ну что ж, мы на месте, друзья. С чем я вас и поздравляю. Закончилась эпопея со змеями. Надеюсь. Тут холодно. Щит, что-то меня как-то он совсем не радует. Так, жизни что-то совсем мало осталось. О, магию восполнили. У нас теперь два отделения магии. Фу, что ж, посмотрим, что там нас ждет. Дельфийский храм. Цербер. Это вот такой необычный Цербер, постоянно телепортирующийся. Интересно, как против него будут действовать, как это называется, заряженное электричество, вот клинки. Что он делает? Серверу тут придется ему, наверное, по очереди каждую башку отрывать. Так, свалил. Куда он там спалился? Голов. Отлично, сразу две. А, и третья сдохла. Не смогла. Все
Собакам не нравится электричество. Ну все, впускайте. Вы же знаете, я пришел с миром, мне только поговорить. Ферст отнимал, но собирал я пока особо не прокачивалось, потому что возможно тогда все-таки на клинки накопить. А эти все возможности дополнительные постепенно. Мне нужно накопить, сколько у меня, 12500, а у меня уже 8797 есть. Так что я думаю, наверное, все-таки лучше докопить, чем тратить на мелочь всякую. Сейчас что, лесенка будет? Лесенка-чудесенка. Так, статуи. Эх, ну-ка. Не ломаются собаки. Так, а это что такое? Что за зеленый дым идет? Вау, что происходит? Глюк? Или как будто мы под водой оказались, что-то не понял. Газовая атака. Понимаешь, у нас глюк. Из-за газа, которым мы подышали. Что ты делаешь? Опа, дверь. Так, стоп. Что это дает вообще, это газовая атака? Тут, наверное, значит заперто что-нибудь. Аполлон, спаситель Дельф. Благодарение Аполлону за то, что он укротил могучего Пифона, угрожающего Оракулу. То есть это что, картина просто? Хотя вроде похоже на дверь. Ну ладно. Так и для чего? Я не понял, что это за газ, для чего это? Тупо так, прикол. Ладно, хрен с ним, с этим газом. Мы пойдем дальше. Ого, дверь заперта. А что делать? Что, газом дышать? Ну и что нам этот газ дает? Может, какие-то возможности дополнительные? Я что-то не догоняю. Тут что, нажать можно? Нет. Или в дверь войти он нам даст срочно. А, вот оно. Крутизна. Ну, я так понял, вам все равно не сюда нужно. Может, надо будет сломать ворота Аполлона? У, отлично. Напоминание от пророка Кастора. Согласно видению оракула Алифии, нельзя тревожить священный туман. Все внезапные видения должны открываться только перед пророком. Так это что, мы священный туман сейчас тревожили, этот газок-то нюхали или чего? Так, ну что, значит, еще раз нам нюхнуть? Так. Сейчас попробую тогда вот эти... врата сломать. Точно, отлично. Круто сделано, конечно, ничего не скажешь. Неожиданно. Так, здоровье с магией у нас в порядке. Уголок на всякий случай, чтобы под конец игры можно было прокачать все оружие. Возможно, это мне уже не удастся, потому что мне кажется, я подозреваю, что где-то я что-то пропустил.
все это напоминает храм Аиды чем-то. Немного. Скорей, пока господин не пришел. Ты! Мы дали тебе все, что нужно. Но результата не видно. Статуи должны быть уже готовы. Ты поручил нам сложное задание, мастер. Но нам ведь нужно иногда есть и спать. Не смей перечить мне, раб. Блин. Ну, кто следующий? Работать, шавки. Ты, эй ты! Я сказал, теперь ты будешь работать над статуями. Слушаюсь. И работай получше, чем этот твой дружок. Нам противно на тебя смотреть. Нас тошнит. Почему нам? Их что, двое? Ну, раздвоение личности. Время. Бесполезные, жалкие, все до одного. Так, это с помощью того времени как бы лист включается вниз. Так, ну я вижу газ, веселун, который нам в чем-то поможет. А, ну надо эти двери проламывать. Да, скорее всего. Да, интересно замутили, конечно. Ничего не скажешь. Ну тут тоже, ну ладно, подойдем всех, собственно. Все, газ, 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 газ. О, ни хрена нам что тут дало. Прыгать можно, но мы пойдем двери ломать сначала. И вот лучше тут слева, раз мы слева находимся, успеем, я надеюсь, мы до нее добежать и сломать. Есть, а что тут у нас? Что у нас тут? Враги, да? Ой, вот эти, ой, вообще самые сильные враги. Так, это для чего-то нам тут пригодится. Это не похоже магия на нашу часть. Магическая. Давай, да хватит тут не напитать, да сдохнет ты уже наконец. Даже не хочу с тобой разговаривать. Ну жива, он что-то выпустил. Отлично. Сразу понял, что нас можно впускать. Иначе будет плохо. Для чего вот эта вот хрень стоит здесь? Куда-то надо будет ее затащить. Дельфийский оракул и ее акалиты. Благословен тот, кто избран хранителем очей. Они прозревают истину в наших сердцах. Так, тут опять газок. Я так понял, что с помощью у него опять сломаем эту картину. Потому что пока куда тащить статую, я не догоняю. Ой, 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 ой. Ни хрена себе, что тут делать? Может прыгать? Да, наверное, прыгать. Опа. Оп. Так, значит, наверное...
Сюда, наверное, точно нельзя, значит. Сюда надо будет статую, наверное, притащить, поставить, она туда рухнет. Вот чё. Да, зачем она там нужна, ну как бы. Я думаю, мы это выясним. Ну давай сильнее, ну. Ну! Как слабо-то. А ни хрена не сюда ее надо, блин. Охренеть, а куда? Так, а вот тут какая-то решетка. Возможно, она откроется, если я что-то сделаю. Блин, вот замутили. А это что такое? А тут что, кнопка что ли? Или что она так засветилась? Сейчас попробую туда статую протащить. Если она, конечно, протащится. Так, сюда протащилась. Ну-ка. Ой. Ага. То есть открылась одна часть ворот. Давай себе газку. То есть одни открываются, вторые закрываются. Что-то мне непонятно пока система. Что сделать-то тут? Тут замедляется немного время. Туда. Точно. Вот оно что, блин. Хрен сразу догадаешься. Пошли теперь, все можно открыть и спокойно ходить. И это хорошо. Так, теперь надо подумать, что там делать сейчас. Что, просто тупо вниз прыгнуть или как? Обкурившись веселого газка. Так, стоп, ну-ка. Сундук, он какой-то странный, я вроде его... Ну что, вниз прыгать? Отлично! Все восстановилось. Это как какой-то Silent Hill, когда попадаешь в разрушенную, этот, как сказать, вселенную, или как параллель. И обратно все восстанавливается. Дельфийские катакомбы.
О, это все ломается. Какие-то гробы. Отпаги. Собираем на клиночки. На клинки. Так, что тут у нас? Запертая дверь. Если алкаешь правды, души Аида помогут тебе. О, последнее, то есть, ну, как четвертое оружие получается, хотя там вообще, если посмотреть, то у нас место не еще для оружия есть, для другого в прокачках. Ну что, хватаем. Дух Аида, магия подземного мира, отправляет врагов навстречу с повелителем мертвых. Развоплощение противников приносит зеленые сферы. Развоплощение, по-моему, там разлагание должно было быть, или разложение. Более и более настырные становятся. Сферы-то летят, но я не понимаю, что я не понимаю. Я не понимаю, что я не понимаю. Вроде как бы написано, что зеленые сферы, но летят красные. В чем прикол? Сука! Да! Блокирует, блин. Не блоком пользуются чаще, чем я. Это не мудрено. Я блоком вообще редко пользуюсь. Только я стараюсь как-то больше перекатно использовать. Вот не всегда получается. Ну задолбали, суки! Задрали! Че там? О, рука вылезла. Вот это вот. Как она вылезла, это же как будто, значит, часть моего приема, наверное. Комбо или что-то. О, она была треугольник, вот это круто. Есть. Ну все, теперь у нас на всех четырех кнопках включено различное оружие. Я еще хотел. Ничего, у нас дверь открылась, надо туда идти. Так, и что нам показали? Какую-то голову. Он вылезает тут. О, статуя ожила. Знакомые статуи, кстати. Что-то подобное было в третьей части. Ух ты, ни хрена себе. А вот так они и не били. Ну-ка,
блин. Блин, что такое? А почему? Вот сука. Я не могу его ударить, а что происходит? Ух. Тяжелый противник. Да у меня магия была. Давай! Да что-то я бесполезно ее, по-моему, использовал. Я вот не пойму, за остальных-то есть какая-то магия? Или мне надо качнуть их всех по очереди, чтобы магия открывалась? О, один, по-моему, может не скрыл. Убийство Талоса. Убивая Талоса таким способом, вы будете получать золотые сферы. Сейчас я вижу, да, что золотые сферы я получил. Что, тоже заискрил? Нет, еще. Валить отсюда. Он светится, что-то как-то его не завалишь. О, все, успокоился. Так, ну что, еще золотых сфер получим? Да! А, черт! Блин, не получим. Ну, сейчас получим. Давай! Да! На! Все спокойно. Так, друзья, я думаю, пришло самое время передохнуть. Соответственно, это конец серии. Соответственно, я буду ждать ваших комментариев под этим видео. Что вам интересно было, что понравилось, что не понравилось, что я пропустил. Все, пишите, друзья, пожалуйста. Не забывайте делиться видео с друзьями. Это очень поможет развитию канала, развитию проектов. Что ж, с вами был Рашна Ридзука. Всем удачи, всем пока!